удар, и мяч проходит мимо. Выбрасывает мяч вратарь. Прямо на голову своему оппоненту. Играет пас, удар, и мяч отскакивает обратно в поле после попадания в штангу. Сыграет. Похоже, это даже на взрослый футбол. Проходил 10-й номер вратаря, но пробил в него и заработал угловой для своей команды. Подача и прямо в перчатке к вратарю. Еще один угловой будет. Команда «Строитель» вот так вот забивает после углового. Шикарно они разыграли своих соперников. И мяч в ворот. Играющий состав в команде «Строитель», и посмотрим, смогут ли они так же резво играть, как предыдущие футболисты на поле. Удар и гол. Команда
счет. Удар мяч попадает в каркас ворот, но в наружный каркас. Команда «Строитель», передача, центр, удар, гол, 3-0, они делают счет. Попадает в игрока команды «Строитель». Строителя удар и буквально проткнул мяч. Вот такой удар получился. И снова пропускает команда «Виктория Красный». Угловой команды «Виктория Красный». После аута попадает футболист игрока перед собой. И мяч уходит за пределы поля. Еще один угловой будет. Мяч уходит в аут. Теперь команда «Строитель» бежит вперед. Передача направо. А затем назад. Падение, нарушение правил. Команда «Строитель» будет исполнять штрафной удар. Скажи,
Звучит свисток, первый тайм окончен. Звучал свисток, начинается второй тайм, команды поменялись воротами. Слева ворот команды «Строитель», а справа команды «Виктория». 4-0. Это полная команда «Строитель». «Строитель» в атаке. Передача назад. Партнер справа, хороший момент для удара. Но здесь еще одна передача, удар угловой. Команда «Строитель». 4-1 становится счет. Команда «Виктория» забивает один мяч. «Строитель», дальше центр, дальше на фланг. Вновь хотел сделать передачу в центр игрок, но не получилось. Голкипер. Отбивать на вратарь. Мяч в аут. Давай.
мяч. Футболисты, передача. Строитель очень близок к воротам соперника. Перехват. Виктория бежит вперед. Удар, вратарь отбивает. Бежит вперед, передача в разрез и не успевает игрок. Удар, мяч проходит мимо ворот. Команд строитель в левую девятку мяч влетает сильно. Все через пас. И мяч начинает разыгрывать команда Виктория. Удар с центра поля и мяч потерян. Дело поля. Строитель начнет игру с мячом. Причем команда строитель. Заброс вперед, и мяч долетает до противоположного вратаря.
мяча можно бить. И забивает команда «Строитель» вновь. Арбитр Виктория будет подавать. Стрел и гол забивает команда «Строитель». Штангу. И отворот будет. Семь-1 счет. Команде Виктории будет сложно отыграться. Удар. Можно добивать. Звучит свисток, матч-то так кончен. Победой команды «Строитель». Отличная игра. И отличный футбол они нам показали. Следующий матч у нас будет между командами.